Приветствую всех. Сегодня буду менять задние пружины на ховере пятом. Вот. Вот они пружинки. Сейчас. Вот они. Так. 6,2 витка. Так, с помощью вот таких вот съемничков. Вот эти съемнички. У меня уже, наверное, лет 10, вот и больше, были куплены еще для десятки. Такие пироги. Так что, так, интернет нигде не смотрел, как чего, но думаю, ничего тут сложного нету. Сейчас залезу в яму съемниками. Вот этот амортики менял, здесь видео. Так, пружинки. Вот с этой стороны, с правой по ходу, здесь удобно. Вот здесь расстояние есть. Нормально. Так, а вот здесь, с этой стороны, у нас топливный бак. Вот, и с этой стороны руку не очень хорошо пропихивать. Вот здесь, если можно, да, взяться, допустим, крутить. Вот. Здесь у нас бак. Если, в принципе, можно колесо снять заднее, и тогда там получше будет. Ну, посмотрим. Может, не так все сложно. На самом деле. Так, ну что? Значит, план работ. Пока машина стоит. Значит, под своим весом пружина сжата. Сейчас поставлю съемнички. Вот, поднатяну. Потом машину поддам крачу. Пружина останется в сжатом состоянии. И, думаю, сниму легко. Тьфу-тьфу-тьфу, постучать по дереву. Ладно, начнем, благословясь. Ну что, братцы. Вот, зацепил я, значит, съемнички с этой стороны. Видите, на два крючка. Вот он, один свободный. Вот он. За один только, а за два не получается. Потому что вот здесь вот, вот упирается в чашку. Ну, в принципе. И здесь также вот мешается. Зацепил. Подтянул маленько. И сейчас вот домкрат сюда поставил. И сейчас попробую поднять, что получится. Ну что, мужики, вот. Вытянули, как говорится, репку. А вот домкрат я поднял. А вот и репка. Так что там все вроде неплохо, все нормально. Все, сейчас буду раскручивать. Сейчас вылезу из ямы. Один съемник слетел, ну, хватило одного, в принципе. Так, пружины по высоте одинаковые, ну вот по толщине, видите, новая тоньше. Так, ну ладно. Посмотрим в процессе эксплуатации. Может быть, просто эти уже подустали, старенькие. И такая жесткость у них, как у новых. Будем поглядеть. Значит так, братцы. Вот, стянул я новую пружину. На верстаке. Но она не залезала.
поднял я вроде весь вылет и давал амортизатор. Пришлось его вот открутить. Видно там? Вот. Открутил амортизатор. И тогда уже пружину поставил на место. Так что пока амортизатор не открутите, думаю, что ничего не получится. Так, что дальше? Ну, дальше что? Сейчас буду опускать и снимать вот эти вот стяжки. И все. Амортизатор прикручу. Там одна гаечка на 16 ключик. Но у меня недавно менял, и как бы поэтому крутилось легко. У меня есть видео, где я менял. Там маленько пришлось повыделываться, пока я их снял. Так, ладненько. Забыл совсем. Там вот наверху стоит вот такая вот резинка. Видите? С таким специальным пазом тут. Под конец пружины. И вот ее нужно поставить туда, чтобы этот вот кончик там пружины упирался. И тогда будет, как говорят, вам счастье. Так. Ну вот и все. Пружинка стоит. Амортизатор прикручен. Как-то так. Вот. Ну, визуально вот там отбойник резиновый. Так, и тут тоже отбойничек. Вот он там торчит. Ну, визуально вот я вот, значит, три пальца. Так вот, два с половиной, наверное, вот так вот делал, три пальца. Угу. Два с половиной моста. Так, а тут три. Не видно, наверное, да, тут темно, блин. У меня бы. Вот. Так, видно, наверное, будет. Вот, три пальца. Влезают между мостом и резинкой. А тут два с половиной. Плохо видно. Ну ладно. В общем, суть понятна, да? Значит, эти пружины пожестче. Ну, я еще проверил на ходу. Ладно, сейчас займемся левой стороной. Короче, мужики, вариант второй, блин. Что-то я тут подумал. Также открутил амортизатор, вот убрал туда в сторонку. Поднял сначала на одном домкрате. Поставил второй. И еще поднял. И снял пружину без этих стяжек. Сейчас буду новую вставлять. Вот она, пружинка там. Стоит. Немножко помог вот этой вот монтажкой небольшой, поджал, и она туда зашла довольно-таки легко. Не забываем попадать вот тут вот. Есть, значит, как на резинке, вот я показал, такой внизу еще есть тут на этой чашке. Выемка такая специальная. Ну вот, как-то так. Что, думаю, второй способ с двумя домкратами все-таки получше, поменьше. Буквально 15 минут, ну 20. И все, два домкрата переставляю и поменял. Монтажечка маленько помог. Все, поменено. Благодарю за внимание.
что результат. Вот ямка. Проходит нормально. Тут обычно на этой ямке пробивали пружины. Это замены, все отлично.